Привет, друзья, с вами Максим. Вот и настало время для очередной подборки полезных товаров с сайта AliExpress. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Сетевой фильтр. Удлинитель с тремя розетками и шестью USB-портами для быстрой зарядки на 3,5 ампера. Удлинитель оснащен кнопкой включения, благодаря которой вам не придется постоянно отключать удлинитель от питания. 3D-принтер. Он дал людям новую возможность достойно зарабатывать, занимаясь своим любимым делом. Да что уж там говорить, с помощью принтера вы уже научились быстрее сращивать кости при переломах. Меховой чехол на рулевое колесо из мериносовой шерсти. Служит не только ярким и красивым украшением салона, но и предотвращает скольжение рук по поверхности руля автомобиля. Это стильная изюминка в оформлении интерьера салона авто. Накладки на педали. Благодаря этим незамысловатым изделиям поверхности рычагов получают противоскользящий рельеф, соответственно обеспечивается более прочное сцепление между самой педалью и ногой человека. Кроме этого, они обычно шире, поэтому управлять авто становится намного легче. Сетка-органайзер для авто. Она обеспечит удобное хранение напитков и детских аксессуаров, которые легко теряются в поездках. Благодаря большим размерам 50 на 25 сетка обеспечивает наибольшую вместительность. Бескаркасные дворники для автомобиля. Данный вид дворников отличается отсутствием металлического каркаса. Этот всесезонный вид представляет собой корпус из пластика и резины с полотном, зафиксированным внутри. Ультратонкий планшетный ПК Chuvi Hi 9. Экран 2К разрешения, 2 4G слота и двухдиапазонный Wi-Fi. А любителям игр неплохое железо и аккумулятор на 8000 мАч. Внутренняя память устройства 64 ГБ и оперативка 4. Хрустальный шар с 3D гравировкой в виде дракона. Это сувенир, который создаст необычную атмосферу и будет радовать вас своим оригинальным дизайном. Хрустальный шар является элементом в технике фэншуй, а также украшением интерьера. Может стать отличным и оригинальным подарком, а также аксессуаром для придания романтики. Пластиковые прозрачные контейнеры с герметичной крышкой решат проблему хранения круп и макаронных изделий. Прозрачность емкости освободит от нужды подписывать содержимое. Контейнеры представлены размерами от 240 до 1800 мл. Силиконовая многофункциональная щетка с мелкими щетинками. Она может служить губкой для мытья посуды, сильно загрязненных поверхностей, подставкой под посуду, прихваткой. Быстро и легко моется. Имеет петельку для настенных крючков. Светодиодная бита с фонариком. Отличная вещь для самообороны. Предназначена как для получения дополнительного источника освещения, так и для обеспечения личной безопасности. Фонарь бита отлично подает рыбакам, туристам, охотникам, а также водителям, которые могут подвергаться опасности внезапного нападения. Робот-мячик для сбора пыли. Простой на вид пушистый шар оснащен собственным интеллектом. Он самостоятельно катается по всему дому, убирая пыль и грязь на своем пути. Встречая препятствия, он меняет направление, так что вам не придется следить за умным роботом. Он все сделает за вас. А если у вас есть питомцы, то умное устройство поиграет с ними с удовольствием, пока вы отдыхаете. Повседневный рюкзак с отделом для обуви. Несмотря на кажущуюся простоту, внутри достаточно места. В рюкзак можно закинуть невероятное количество вещей, особенно если для этого предусмотрено несколько отделов. В нижней части рюкзака расположено отделение для обуви, а верхняя часть предназначена для верхней одежды. Термопистолет. Качество корпуса пистолета хорошее, для бюджетника вполне неплохо. Он также оборудован кнопкой включения. Очень удобно тем, что не нужно выдергивать постоянно провод из сети питания. Достаточно при оптимальном нагреве нажать на кнопку. Светодиодный светильник для приусадебного участка. Имеет солнечную панель и батарею на 500 мАч, которая заряжается автоматически в течение дня и загорается ночью. Выполнена из ABS пластика и водонепроницаема.
Универсальные наклейки для защиты вашего бампера. Данная накладка состоит полностью из резины и крепится на двусторонний скотч 3M. Резиновые накладки несколько выигрывают у пластиковых собратьев как по качеству амортизации, так и по внешнему виду. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с AliExpress, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А мы продолжаем. Открывалка для бутылок. Вам должна понравиться эта забавная открывалка. Она не просто открывает пивную банку, но и стреляет крышкой. Благодаря этому гаджету вы сможете устроить веселые соревнования с друзьями. Диодная лента на фары. В данной ленте каждый светодиод находится в круглом силиконовом цилиндре с линзой на конце, клеится боком. Сама лента помещена в ПВХ-трубку длиной 60 см. Световая полоса получается без разрывов и не видно отдельных светодиодов, что смотрится довольно интересно. Светомузыка. Я нашел два варианта таких приспособлений на 3 светодиода и на 6. Светомузыка легко крепится на любую поверхность, имеет два режима работы и умеет подстраиваться под такт музыки. Резиновые флуоресцентные коврики в авто. В набор входят коврики для карманов и ниш всех дверей, а также в центральной консоли и под магнитолой. Коврики защищают ниши и подстаканники от повреждений, которые создаются разными мелкими предметами. Подсветка для замка зажигания служит двум целям. Строго рациональной – освещение области замка в темное время суток. И декоративной – для любителей светодиодного тюнинга. Подойдет практически для любого автомобиля. Бюджетная клавиатура с подсветкой. Будут идеальным подарком для всех любителей компьютерных игр. У подсветки несколько режимов свечения. Присутствует ряд дополнительных мультимедийных клавиш. В описании ссылки на оба варианта. Визитницы для дисконтных карт. Хороший аксессуар для хранения разнообразных скидочных и накопительных карт. Первый вариант имеет качественную обложку и вмещает 24 карты. Второй вариант сделан из алюминия с искусственной кожей и вмещает в себя 6 карт или 18 визиток. Цветной термоклей для пистолета. Обширное цветовое исполнение позволяет подобрать термоклей для пистолета, который соответствует палитре деталей. К примеру, при работе с красной вазой, чтобы получить незаметные стыки, необходимо взять алый патрон. Непрозрачные белые стикеры подходят для склеивания белой основы и элементов, стилизированных под металл или стекло. Ультрабюджетный планшет BDF с диагональю 7 дюймов. Есть микро-USB для зарядки и синхронизации, мини-джек для наушников, имеется Wi-Fi, может использовать сим-карту в своем слоте как для звонков, так и для подключения к сети интернет. Конечно, столь бюджетного устройства не стоит ждать производительного железа, но его вполне хватит для серфинга, чтения или просмотра видео. Грилзы на зубы. Украшение представляет собой накладку для передних зубов. Своим строением этот аксессуар напоминает брекеты, но внешне похож на накладные металлические зубы. Они выполняют декоративную функцию и легко снимаются. Стильные ветровики-дождевики, способные защитить вас в непогоду от дождя и ветра, тоже постепенно завоевывают популярность в модном мире. Идеально подходит для пробежек, езды на велосипеде и любой физической активности во время дождя и ветра. Спиннинг Каст Кинг. Таким удилищем можно спокойно забрасывать почти любые приманки, такие как колебалка, вертушка, джиг, воблер. Его можно смело назвать универсальным бюджетным спиннингом, который подойдет под разноплановые приманки и техники ловли. Спортивные Bluetooth-наушники. Для многих спортсменов тренировки без музыки почти немыслимы, ведь любимая музыка может открыть второе дыхание и сосредоточить на прогрессе. Стабильное соединение Bluetooth обеспечивает быстрое и плавное соединение на расстоянии до 10 метров.
Вращающиеся блесны используют как опытные рыболовы, так и начинающие. При проводке сопротивление воды заставляет лепесток совершать обороты вокруг сердечника. И эти вращательные движения, собственно, и есть главным привлекающим рыбу фактором в случае с блеснами данной конструкции. Полный комплект для рыбалки. Это телескопическая удочка, рыболовная катушка, сумка для рыбалки плюс различные рыболовные приманки, рыболовные крючки и 100-метровая рыболовная леска, а также некоторые необходимые аксессуары для рыбалки. Маска для дайверов нового поколения. Система Drive Top полностью предотвращает попадание воды внутрь трубки, а клапан, расположенный в нижней части маски, позволяет выводить попавшую воду. Также есть механизм, который блокирует каналы воздуха при погружении на критическую глубину, предотвращая возможность наглотаться воды. Яйца динозавра. Суть проста, необходимо просто поместить их в емкость с водой. Далее вам остается только наблюдать за их удивительным превращением. Несколько суток фигурка в яйце будет увеличиваться в размере, и спустя некоторое время из него вылупляется самый настоящий доисторический ящер прямо у вас дома. Контактный и стильный освежитель воздуха для автомобиля. Работает при креплении на вентиляционные отверстия на панели машины. Помогает избавиться от запаха сигарет, пластика и пищи, а также наполняет салон приятным ненавязчивым ароматом. Светодиодная гирлянда, выполненная из медной проволоки, украсит любое помещение. За счет гибкости конструкции огоньки легко крепятся на стены, фасад зданий, а также помещаются в любые емкости и на любые предметы интерьера. Длина гирлянд варьируется от 1 до 10 метров, а количество лампочек достигает 100 штук. Работает от батареек, поэтому наличие розетки вблизи места украшения не обязательно. Задний фонарь для велосипеда, который поможет велосипедисту предупредить всех водителей о своем присутствии на дороге, особенно в темное время суток. 6 режимов работы, питание от 2 батареек типа 2А, доступная цена и ручная настройка. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока!